100 лет со дня образования органов торговли Беларуси исполняется в 2024 году. Торговля – важная составляющая экономики, драйвер ее развития. День работников торговли отмечается в Беларуси ежегодно в последнее воскресенье июля с 1998 года. И, конечно, не 100 лет назад, а гораздо раньше возникли, в том числе и на Случчине, первые магазины. Архивные данные содержат сведения, что в 1833 году в Слуцке было 135 торговых лавок, в 1866 – 3 деревянных казенных магазина и 20 частных лавок. С 1926 года торговлей в Слуцке занималось городское потребительское общество, а в 1935 году это уже был Горпищепромторг. Тогда в организации было 14 магазинов и 8 ларьков. К 1941 году торговая сеть в Слуцке выросла до 32 магазинов. После Великой Отечественной войны в городе осталось всего 7 магазинов и 4 ларька. Остальные, как и 80% города, были разрушены. Уже через 11 дней после освобождения Слуцка в городе была создана организация, обеспечивающая население питанием и товарами первой необходимости. 6 магазинов разместились в уцелевших зданиях у горсовета. Шло время, торговая сеть росла, сносили старые магазины, строили новые. Детский универмаг, спорттовары, культтовары, гастрономы. Ассортимент в магазинах с каждым годом становился богаче. Развивалась и сеть предприятий общественного питания. От столовых в деревянных зданиях в послевоенный период до кафе, пельменных, закусочных и ресторанов уже через 20 лет. Много изменений и преобразований произошло за время функционирования горпищеторга. Торговые площади увеличивались, расширялся ассортимент, менялся вид заведений, повышался уровень обслуживания. Конечно, невозможно назвать поименно всех, кто причастен к становлению и развитию торговой отрасли в нашем районе. Но то, что это были и есть люди компетентные, ответственные, деловитые, предприимчивые, профессионалы – точно. Сегодня преемник Слуцкого горпищеторга – коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие «Слуцкторг», которое идет в ногу со временем, развиваясь и совершенствуя свою деятельность. Коллектив «Куб Слуцкторг» старается удовлетворить потребности слуцчан и гостей района. Вкусно накормить, помочь в проведении торжеств, семейных мероприятий, обеспечить качественными продуктами питания, современной бытовой техникой, хозяйственными товарами, удобной мебелью, товарами для сада и огорода, стройматериалами. В общем, всем, что делает нашу жизнь комфортной. Шестнадцать магазинов, 9 продовольственных и 7 промтоварных, кафе «Колос» и ресторан «Заря» входят в состав Слуцкторга. Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности в сфере торговли за последние несколько лет на предприятии проведена модернизация всех продовольственных магазинов с полной заменой торгово-технологического и холодильного оборудования. В непродовольственных магазинах реконструированы помещения с увеличением торговой площади. Полностью обновлен интерьер банкетного зала ресторана «Заря».
Дорогие коллеги, КУБ «Слуцкторг». Во главе с нашим замечательным и главным руководителем Таисией Николаевной Мацкевич. А также люди, которые отработали много лет и сейчас на заслуженном отдыхе, наши пенсионеры. Поздравляю вас с Днем торговли, с профессиональным праздником, со столетием торговли. Желаю всем крепкого здоровья, чистого мирного неба над головой, оптимизма. Также желаю хороших, богатых покупателей. И хочется пожелать, чтобы наша фирма КУБ «Слуцкторг» процветал много-много лет. Добра и всех благ нашему дорогому коллективу. Спешат с утра пораньше водители, чтобы вовремя доставить товар. Просчитывают все до копейки бухгалтеры и экономисты, чтобы предложить оптимальную цену на продукцию покупателям. Товароведы налаживают связи с поставщиками, чтобы ассортимент в магазинах был разнообразным, богатым. В каждом из заведений Слуцкторга у покупателей наверняка есть любимчики. Внимание и доброжелательность, добросовестное отношение к своим обязанностям клиенты ценят всегда. Дорогие коллеги, хочется поздравить вас с наступающим праздником Днем торговли. В этом году исполняется столетие торговли, и поэтому хочется пожелать всем самого главного – крепкого здоровья, чистого неба над головой, чтобы наш торг всегда процветал. Каждый в Слуцкторге работает так, чтобы потребители были довольны, а родное предприятие процветало. Каждый из них, и ветераны труда, и молодежь, ценен. Они – команда. Уважаемые коллеги, поздравляю всех с профессиональным праздником. И с такой знаменательной датой – 100 лет торговли. Я вам всем хочу пожелать крепкого здоровья, оптимизма, успехов, удачи, довольных покупателей, мирного неба над головой и берегите жизнь. С 2011 года КУБ «Слуцкторг» возглавляет Таисия Николаевна Мацкевич. За последнее десятилетие коллектив занесен на республиканскую доску почета, дважды на районную доску почета. Почетным дипломом Министерства торговли «Бронзовый Меркурий» «Слуцкторг» отмечен дважды. За успехи в строительстве, реконструкции и модернизации торговых объектов в 2016 году, а в 2022 за лучшую организацию торгового обслуживания населения. Мне выпала огромная честь в преддверии столетия образования органов торговли поздравить всех присутствующих в зале, тех, кто сегодня на рабочих местах, с нашим профессиональным праздником – Днем работника торговли. Без вас не обходится ни один день жизни. Каждый день, в любую погоду, без праздников и выходных вы трудитесь на благо нашего предприятия и благо нашей республики. Хочу выразить вам слова огромной признательности в каждому коллективу, сотрудникам, ветеранам нашей организации за ваш поистине тяжелый труд. Желаю всем здоровья, мира и добра, удачи и успехов во всех ваших начинаниях, семейного благополучия. С праздником, уважаемые коллеги! Сегодня коммунальное торгово-производственное унитарное предприятие «Слуцкторг» – это надежный деловой партнер, стабильно развивающаяся финансово устойчивая организация.